Чему учат в школе? В Караганде учитель украл айфон у школьника. Подросток во время перемены оставил сумку, в которой находился телефон, в классе. Когда вернулся, свой айфон 5 он в ней не обнаружил. Дорогостоящий телефон полицейские нашли у педагога. Как сообщили в полиции, учитель признался, что был искушен телефоном и решил украсть его. Воспользовавшись отсутствием учеников в классе, он достал из сумки подростка телефон и спрятал в учительском кабинете. Айфон вернули владельцу. Больше этот учитель в сфере образования не работает. 13 числа написал заявление на имя директора, что он уволился с этой работы, получается. Он работал учителем биологии. И с этого же кабинета, где он работал, он совершил это хищение. У него был изъят вот этот вещдок, вещественное доказательство. Он сам дает признательные показания. Дело будет направлено в порядке упрощенного досудебного производства в суд. Вот школа, где трудился педагог. Учебное заведение носит статус гимназия. Директора на месте не оказалось. Отдуваться за главу школы пришлось заму. Как сообщили в 39-й гимназии, вор-учитель Ермек Мултыкбаев приехал совсем недавно из Кызылорды. В отношении педагога возбуждено уголовное дело по статье 175 Уголовного кодекса «Кража». Он находится под подпиской о невыезде. До совершения кражи учитель специально уволился с работы. Он работал учителем биологии, недавно приехал из Кызылорды. Как только поступила жалоба, мы вызвали милицию и родителей ребенка.